dvhub.ru. Олимпиады по технологии. Шевцова Вероника, победитель школьной олимпиады по истории и праву. В классе много активных творческих ребят. Колесов Игорь, постоянный участник оркестра народных инструментов. Сидоров Артем и Бачурина Галина являются выпускниками музыкальной школы. Грошенко Екатерина, бессменная ведущая всех школьных конкурсов. Спортивная гордость школы. Полищук Андрей, чемпион Дальнего Востока, обладатель черного пояса по тэквондо. Костя Виктория имеет второй разряд по стрельбе. Калашников Иван, яхтсмен с квалификацией помощника механика. Голубков Владислав, начальник смены на детской дальневосточной железной дороге. Заставский Артем, призер Олимпиады в Тогу по физике и математике. Потехина Арина, организатор школьного проекта «Школьный двор нашей мечты». Спортивная гордость школы. Захарова Анастасия, чемпионка хаба. dvhub.ru